находимся на улице Бакамбаева. Она названа в честь поэта, литературоведа и драматурга Джиомарта Бакамбаева. В своих произведениях Джиомарт Бакамбаев описывал жизнь и быт простого кыргызского народа в условиях социалистического строительства. Давайте узнаем у горожан, что же они знают о личности Джиомарта Бакамбаева. А вы знаете, кто такой Джиомарт Бакамбаев? Да, поэт. Это писатель. Очень хороший писатель. Жаль, что он рано умер. Поэт и писатель. Бакамбаев тоже кыргызский поэт. Джиомарт Бакамбаев. Вот мы стоим вот на Московской, следующей улице, улица Джиомарта Бакамбаева имени. Бакамбаев? Не знаю, честно. А, это он поэт и драматург. Вроде родился в 1910 году и скончался в 1944 году. Бакамбаев, он был писателем. Он наш писатель? Писатель. Вот памятник, он там стоит. Вначале снесли его, потом опять поставили его родственники. Ну, хороший писатель. Скорее всего, это писатель, да. Еще что-нибудь про него знаете? Ну, видный деятель Кыргызстана. Кто писатель, кыргызский народный писатель. Нет, простите, не знаю. Джиомарт Бакамбаев, писатель, драматург, переводчик. Он родился где-то в Джалалабаде, в Токтоулском районе, наверное. Всего не помню. Хорошее произведение. Он в этом детдоме, что ли, да? Здесь в Бишкеке учился. Педтехникум, наверное, во время Фрунзе. Вот. Мазарсай, село, да. Мазарсу или Мазарсай? Он был драматургом, родился в 1910 году. Это известный поэт, драматург, который родился в 1910 году, 16 мая. Это великий писатель. А он писатель. Драматург, наша гордость, поэт и литератор нашей страны.